Привет, друзья! Сегодня 9 мая, я не могу не поздравить вас с этим праздником, но говорить я буду, конечно же, не об этом, а о бездумных и безумных тратах нашего правительства на празднование 9 мая в условиях карантина. Так, мэрия Москвы и наш любимый авторитетный мэр Сергей Бордюрович Собянин выделяет 500 миллионов рублей на салют в честь Дня Победы. И при этом, только вдумайтесь, у нас салют, на который мэр столицы тратит огромные суммы денег, а на эти деньги можно купить медицинские маски, средства индивидуальной защиты, перчатки, средства дезинфекции и много-много всего, которое необходимо врачам здесь и сейчас для того, чтобы бороться с инфекцией. Вместо этого 500 миллионов рублей тратится на празднование Дня Победы, на который всем запрещено приходить. 500 миллионов рублей на салют, на который Сергей Семенович Собянин запретил выходить москвичам. Давайте посмотрим, это не фейковая информация. Этот человек реально это сказал. И посмотрите, обратите внимание на то, с какой ненавистью Собянин это говорит, с какой ненавистью и пренебрежением он обращается к своим согражданам, к своим землякам, к москвичам. Что бы я попросил, москвичи, не надо приходить на салют, не надо устраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение. Вот этого точно нельзя делать. И правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило. Так для чего все это? Зачем тратить 500 миллионов рублей на мероприятие, на которое никто не приглашен? Напишите в своих комментариях. И не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и колокольчик, чтобы не пропускать информацию о новых выпусках. Берегите себя. Пока.